Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Мощный ритуал от безденежья. Если финансовые трудности стали слишком частым гостем в вашей жизни, пока Луна продолжает находиться в фазе убывания, рекомендую провести одну очень хорошую и рабочую практику на маг. Маг издавна использовался как магическое средство от вредительства и наведения порчи, а также для защиты и очищения от негативной энергии болезни или безденежья. Чтобы избавиться от денежной нехватки на убывание Луны, купите пакетик мака. Очень важно расплатиться за него наличными и не забирать сдачу от покупки. Принеся домой, убедитесь, что никто не отвлечет вас от практики. Это важно, потому что настрой, в котором вы пребываете во время ритуала, способствует конечному результату. Если вы отвлекаетесь или не можете сфокусироваться на основной мысли, то не можем полноценно погрузиться в проводимые действия, а значит, не можем рассчитывать на эффективность практики. Итак, возьмите мак и высыпьте его на блюдце. Зажгите любую свечу и, водя над маковыми зернами, прочитайте такие слова. «Всеми силами высшими освещается, как зерно маковое рассыпается, так беднота моя, меня мучившая, уменьшается, отныне лишь удача и денежный достаток ко мне привлекается». Истина. После этого свечку потушите. Далее, возле своего порога, внутри квартиры, насыпьте тонкой полоской мак так, чтобы был совсем не виден. Остатки мака, которые остались на блюдце, поставьте там, где вы храните деньги, либо на кухне. Время от времени, когда ваша полоска мака разлетится или будет сметена при уборке, снова берите по щепотке мака и делайте новую полоску вдоль порога. Когда вы начнете делать эту практику, вы сможете увидеть первые изменения в вашем денежном положении. Не думайте, что сразу будут крупные перемены. Нужно время. Чаще всего изменения начинаются с малого. Неожиданные предложения, какие-то новые знакомства, возможности, удачные скидки, приятные бонусы и так далее. Важно замечать приходящие возможности и обязательно их использовать. Не бояться пробовать новое, учиться, не сидеть на месте и всегда оставаться благодарным. Тогда в течение ближайшего времени вы сможете развернуть свою жизнь в лучшую сторону.